Всем привет, ребята! Сегодня у нас новый выпуск с киноляпами в знаменитых и любимых фильмах. И начнем мы выпуск с фильма «Полицейская академия». Премьера фильма состоялась 23 марта 1984 года в США. Это комедия сценариста и режиссера Хью Уилсона. Перед поселением в казарму Коупленд и Блэнкс постриглись. Парикмахер сделал им прямые виски, но когда они размещались в комнате, у них успели отрасти бакенбарды. Силач Хайтауэр переворачивает полицейскую машину, на которой они сдавали экзамен по вождению. Когда машина легла на крышу, мы видим, что у автомобиля отсутствует двигатель. Сквозь радиаторную решетку это отчетливо видно. Коупленд получает по лицу подносом, после чего поднос якобы погнулся. Но поднос был помятым еще в начале движения. При столкновении с водой у будки отвалилась черная крышка. Видно, конечно, не отчетливо, но в дальнейших кадрах крышку прилепили на место. «Укрощение строптивого» — итальянская кинокомедия 1980 года. Главные роли в фильме исполнили Адриано Челентано и Орнелло Мутти. Вначале, когда Илья подъехал, трава у обочины сухая и ее почти нет. Но когда он уходит, трава значительно выше и зеленее. Лиза читает газету. Судя по всему, она читает первую полосу, на которой пишется «А Илья». Но при смене ракурса видно, что она уже читает последнюю полосу газеты. Да и газета уже не та. Первая полоса другая. Илья и Лиза обнимаются, держась друг за друга только одной рукой. Но при смене камеры объятия стали более крепкие. Лиза входит в комнату. На двери за ее спиной не было никаких посторонних предметов. Но как только нам на мгновение показывают изумленного Илья, за ее спиной вдруг появляется бабочка, которую он благополучно снимает. Челентано подъехал к мужику около дерева с воронами. Запомните расположение ворон, потому что после смены кадра вороны вдруг изменили свое положение. «Маска» — кинокомедия 1994 года, снятая по мотивам одноименной серии комиксов. На затылке Джима Керри ниже зеленой маски виднеется телесная накладка, скрывающая волосы актера. Пока полицейский спит, Стэнли решил сходить в туалет по большой нужде. Для этого он выстилает туалетную бумагу на унитазе. Но пока он отвлекся на крики Тины, бумага куда-то исчезла. Тина пришла в банк, чтобы провести скрытую видеосъемку. В качестве консультанта она выбрала Стэнли. Обратите внимание на галстук. Смена плана, и галстук сам по себе на плечо лег. Чудеса! Стэнли пришел к доктору Ньюману, специалисту по маскам. В этом кадре он безуспешно пытается продемонстрировать работу маски. Обратите внимание, доктор держит ручку перед своим лицом. В следующем кадре, при съемке из-за спины, у доктора не видно ни его рук, ни тем более ручки. А вообще в этих фильмах очень мало ляпов, и сделаны они на совесть. И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на канал и проставляйте лайки. Всем спасибо за внимание.